успею посмотреть. Я ухо самый крутой геймер в Киеве. Моди, ну вот ты где был, чучело? Лазила 5 часов, не могло начать игру, и вот сейчас, чтобы написать мне просто кейборд проблем. Как же не попал? Зенни взял АК, сделал второй, 3 минуса, 2 минуса Зенни в голову, Найс Старикс убивает Трейса, 2, 3 в 1 ситуация. Ага, ла-ла-ла. О-ло-ло, Сеня решил делов. Так их ботов копать, копать ботов. Так, не умирать на жлоба. Этого вообще казни, 4-2, есть же. Все, дефузь бомбу, а ты его прикрывай. Все, дефузь, ты дефузь, а ты прикрывай. Да сядь дефузь бомбу, ты его кровь, дефузь бомбу, позиция позволяет, все. Бомба стоит так, что его оттуда не видно. Естественно, можно садиться и дефузить, не надо вдвоем его искать. Один садится дефузить, второй прикрывает, все. Как в школе. 4-3. И Сеня убивает Трейса! Хорошо, 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 хорошо. 4-4. Сеня на зелени, нельзя умирать. Ой, нельзя, братюня, ой, нельзя умирать тут. Ваня, 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 твой выход, Ваня. Ваня. Ванечка. Ваня, твой выход. Попусти, дай в голову, дай в голову. Дай в голову, есть же ж. Ай, хорошо. That's my boys. 5-4. Ну вот это... Ой-ой-ой! Минус раз. А ну, подожди, близко, вот. Близко, чучело, копни его. Копни его. И вышел первым респом и троих казнил. Притом, как казнил? Очень, ну, просто мастер. Мастер оф палка. Ой-ой-ой! Тут... Ай, Эдвард хелпанул, красава! Приняли верхнюю... Конечно, на самом деле, я... вот честно, по-моему, затупили Фнатики. Ну что значит щелкать? Ну, я не понимаю, что значит щелкать. Экшен идет. Как это не щелкать? Вот человек мне предлагает просто не переключаться. А, упороться в один раунд, просто смотреть за Маркеловым? Давайте попробуем. По просьбам телезрителя. Зевс! 9-5. Жди, жди, просто жди, они выйдут. Найс, найс, найс! Вот оно, намотано! Все, Нави в атаке, первая сторона 5-10, не самый хороший счет для дефенса, но... Но! Вот дрыщ. Посмотри на этого дрыща. Ту. Пожалуйста, пожалуйста, вместе, вместе, да души ты его, да дави просто его, 2 минуса в окнах. Ай, так, так, так. Очень интересно. В принципе, следующая карта Тускан, очень надеюсь на то, что... Ну, Вася, ну там экшен, ну переключи туда, ну. Что за жлоб? Кинг Ариган с АВП, ну можно его здесь копнуть, он с веслом его нормально сейчас копнуть. Копните лося, пацаны. Ого! Вообще... Да не прошил, куда ты смотришь вообще? Прошил, спрашивает. Ну что? Да, прошил. В очки прошил. Нифига себе. Ой, Зевс прополз, как четко. Ой, Вася, можно нарешать. Ой, можно нарешать. Братюня. Ой, сейчас копнет. Ой, копнет лося. Посмотри, куда ты смотришь, чучело. На тебе в бок, на тебе еще. Может, это камбэк, пацаны? Может, камбэк, а? Ну, японский бог. Ну, опять этот лаг какой-то невменяемый. Умпра дойш. Маркелов, мови и фриз. За 6 шрунт секунд. Бай парагренс. Да, бар парагренс за сеньора. Дамы и господа и сеньори, сеньориты. Не, это фонарь. Это вообще просто какой-то фонарь. Чувак, это фазумчик. Ну шо, пацаны, ну... Ой, не попал фазум. Ой-ой-ой, вообще 15-14, пацаны, как мы пропускаем такое? Ну это, блин... Только почему меня не коннектит? Рахима законнектил, а меня не коннектит. Какая-то хакерская атака, наверное, кому-то не понравилась. Меня решили накрыть. Какая-то гамна-атака произошла. Муди. Муди. И время идет, играет на Сеню. Найс, найс, красава! Просто кто-то хакает, ломает меня полностью.
Меня просто сломали полностью. Как хорошо, 4 раунда подряд вообще. 4 in a row. Ну потому что они понимают, что чучело ходит туда постоянно один, его там надо попускать. 2 АК против 2 кольтов. Вместе Эдвард минус Карриган, найс, 2 в 1, задавить плент. Найс! Дыжи! Ой, попал, попал. Хорош, успеваешь, братюнь? Да успеваешь, да есть же 7-4. Найс! Вот Карригана убивают. Что мучат фнатики, вы? Что вы вообще творите? Такие уже... По одному тусуются по всей карте. Посмотри на них. Ну как убил Сеню, а? Подбирай девайс, Вась. Да! Импрессив! Хорошо. Хорошо, неплохо. Хорошо, неплохо. Неплохо. Какого болта ходить по одному по карте? Что это вообще такое? Это М5 так ходит по одному по карте, а фнатики, ну... Они даже с длины. Вот это какой папский Вася! Какой? Быстрее фастом! Ну! Ну, ну! Если бы не стрельнул! Да ты что это такое, Ванька? Пацанов, Зевс убивает Карригана, выходит на мидл, и как раз это на Б. Это на Б, это на Б, Марик, минус фирты, найс. Найс, посмотри, Амоди на РСП. Сиди там, ты бревно. Сиди. Движуха идет, ну вообще, да, man one and only, one on three, one on four, the best. Нате в борщ, Вася, 9-6, хорош. Ну, пацаны ходят, решают дела, а Моди сидит на респе. Потому что он не знает, что делать. Не знает. Фух, хорошо. Хорошо. Мы пораньше все пойдем спать. А я завтра поеду в село грузить машины. 3 машины надо кукурузой загрузить. Ой, типа отмазывается, что не задрот. Да, наверное, да, уже, наверное, не задрот. Не те года. Свое я уже отыграл, откатал. Видимо, тот, этот, как он называется? Кул Хацкер, который меня ломает, где-то отходил, ел бутерброд свой, а теперь вернулся. О, ухо опять стримит, надо его завалить. Ну и вот он меня валит, похоже. Кул Хацкер дебил. И, в общем-то, нам-то что? Мы-то знаем, из какого мы теста слеплены, правильно? А они пусть мучаются. Это дно, пацаны, это дно. Это просто взяли одни штемпы, которые, у которых руки-раки, просто взяли вообще, ну, короче, испоганили весь последний праздник киберспорта. This is дно. Пацаны, а вы же женской груди в жизни не видели или что? Так возбуждается весь чат сразу, вот. О, спасибо, там то поделал, спасибо, то. Так, я так понимаю, что вы вообще, походу, от монитора не отлипаете, да? Совсем плавит многих, я так понимаю. Ну что, я могу только посоветовать, идите в жизнь. Там много такого интересного, всякого вкусного. Я прочитал немного книг, всего около... Ну, где-то 50 за свою жизнь, там 50, ну, может, 60 максимум. Но вот это лучшее, что я пока читал. Вот мое воспитание, к сожалению, оно не было на таком уровне, чтобы мне кто-то внедрил и объяснил, что книги — это хорошо. Я это понял слишком поздно. Ну, к счастью, я это вообще понял. Мне нравится, человек на Game Inside пишет, ну, он там пишет куча гадостей и всякое такое, пишет, что нет слов, как так стример, когда стримит его команда, уходит, просто нет слов. Я надеюсь, что Кахановский больше пошлет меня и больше мы не увидим на стримах. Да нет, наверное, нет. Ну ладно. Не, ну тебе ж, конечно, виднее, ты ж дебила кусок. Не, ну тебе ж, конечно, виднее, ты ж дебила кусок. Не, ну тебе ж, конечно, виднее, ты ж дебила кусок.